Томми, у меня есть для тебя одно деликатное дело. Не знаю, кто бы мог справиться с ним лучше, чем ты. Ты хороший водитель, и у тебя есть опыт. Ну, проще говоря, завтра все лучшие моторы будут участвовать в гонках на трассе. И я поставил на одного паренька, который до сих пор был фаворитом. Я немного помог ему с карьерой. Я люблю быстрые машины, и я сказал себе, что такое вложение могло бы окупиться. Ну, ты же понимаешь. А потом Ральфи говорит, что сюда приехал какой-то европеец. Его машина обязательно выиграет. Ральфи знает машины, он по ним настоящий мастер. В остальном полный идиот. Ну, что ему стоило рассказать мне все до того, как я поставил на этого пацана? Но все же, какого черта этот парень, черт знает откуда, делает здесь? Это же американские гонки. Я и другие уважаемые люди думали, что же делать. Многие наши ребята сделали ту же ставку, что и я. И они, конечно, не горят желанием потерять зелень. И за кого будут держать меня люди? За старого идиота, Томми? Этого допускать нельзя. Я и мои канцельери много думали об этом. Несчастный случай с гонщиком не годится, это будет нечестной игрой, и такая победа мне не в радость. Ральф знает парня, охраняющего гараж с машинами гонщиков. Сегодня вечером ты отправишься туда и пригонишь эту европейскую машину к механику, который знает в них толк. Он глянет на нее и, возможно, улучшит нашу. Как только он закончит, ты отвезешь ее назад. Важно, чтобы машина была на месте до того, как кто-то заметит пропажу. И даже не думай о том, чтобы ее помять. Или попасться с ней в лапы копам. Понял меня? Да, босс. Если сможешь провернуть дело, то получишь долю с выигрыша, разумеется. Ну, вперед. Ральф объяснит, куда и как. Ну, вы поняли. Том, время уходит, нам некогда разговаривать. Поторопись, у нас мало времени. Не сейчас, Том, у меня много работы. Ну и ладно. Короче говоря, надо поболтать с Ральфи. Выходи, трудяга, давай пообщаемся. Привет, Ральфи. Знаешь что-нибудь про эту работенку? Конечно, Томми. Тебе нужно пойти на городской трек и позаимствовать там тачку. Мой друг Бобби там работает. Подъезжаешь туда и увидишь дорогу. Там найдешь сторожку. Скажи Бобби, что тебя послал Ральф, и он проводит тебя к машине. С ним уже договорено. А потом? Потом отвезешь ее в автомастерскую моего друга Луки Бертоне. Это в Нью-Йорке под мостом Джулиана. Он посмотрит и немного доведет ее до ума. Потом просто перевезешь ее назад. На первый взгляд просто. Но это нужно сделать до часа 15, пока не сменилась охрана. Никто не должен знать, что ночью машина куда-то ездила. Смотри, чтобы на ней не было ни царапинки, не попадайся копам. Ты не должен попасть им в лапы. Хм. И как мне туда добраться? Давай, покажи мне что-нибудь крутое, Ральфи. Кстати, вот этот гараж впоследствии будет фактически забит машинами, которые мы можем достать с каждой миссии. И вот новая тачка. У меня есть кое-что новенькое. Небольшое это дело, украсть машину. Смотри. Вставь сюда кусочек проволоки и пошатай немного. Потом залезь вовнутрь и соедини эти два проводка. Да, это несложно. Спасибо, Ральфи. Теперь смотри, береги бензин, Том. Окей, спасибо. Кстати, немножко бесполезно, но таки попробую зайти сейчас к нашему другу. По-моему, его просто не будет там. Ну да, как видите, закрыто. Поэтому просто идем обратно. Кстати, я не помню, к сожалению, когда нужно заезжать под мост. Поэтому будем это делать после каждой миссии, так что не обижайтесь. Просто хочется получить весь автопарк, и там довольно интересные задания. Ну, потом поймете, о чем я.
Итак, мы едем. У нас мало времени, всего 10 минут на то, чтобы все успеть сделать как надо. 10 минут на то, чтобы доехать до туда. Это мало, честно говоря. Тихо. Что-то я не рассчитал тормоза у авто. Немножечко. Ну, как правило, я успевал. То есть не было такого, чтобы я не успевал доехать. Были моменты, когда ты не успеваешь доехать иногда обратно, но... Как правило, в этом плане то, что все окей было. По крайней мере, сейчас надо не попасться копам. Ни в коем случае, потому что если мы попадаемся копам, у нас, естественно, автоматически забирают, мы проигрываем и так далее. Поэтому сейчас мы просто едем. И, надеюсь, успеем. Так. Тишина. Музыка не играет. Ничего не работает. И мы просто едем, едем. Надеюсь, что куда-нибудь доедем. Здесь нас на самом деле придется редко бывать. А точнее всего... 3 раза. За всю игру. Так что... Особо не обольщайтесь. И вот эту миссию я искренне ненавижу. Всеми фибрами своей души. Я надеюсь, что в этой версии игры я тоже смогу выбрать то, что надо, и буду продолжать ее ненавидеть, но уже специально для вас. Потому что я знаю, что в обновленных версиях этой игры они сделали патч, который позволял убирать кое-что. О чем я говорю конкретно, скоро узнаете. Но поверьте, я ненавижу эту миссию. Ты выйдешь из машины-то или как? Вечер добрый. Ты должна быть друг Ральфа. Угу. Верно. Ладно, я пропущу тебя. Давай. Бегом, 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 толстячок. Давай прямо к гаражам. Угу. Ну что ж, сторожка, собственно, вот она. Подняли нам проезд, пропустили, все окей. Сейчас едем к гаражам, благо нам не заставили ходить нас пешком. Здесь, как вы видите, все побито, покоцано. Антураж так себе, конечно. Ну, что поделать. Ладно, не в этом суть. Собственно, мы в любом случае проходим миссию так, как проходится, поэтому все окей. Что нам нужно сделать, собственно говоря? Выходим из тачки. Ладно, мы на месте, дружище. Давай, у нас мало времени. Открывай мне гараж, я не помню какой. По-моему, вот этот или вот этот он открывает. Ну да, значит, я даже правильно помню, какой гараж он открывает. А время-то все тикает. У нас остается все меньше времени. Это она и есть? Парень, будь очень осторожен. На ней не должно быть ни царапинки. И копов сторонись, как огня. Это очень заметная машина. Да уж. Через полчаса здесь будет смена, и к этому времени ты должен быть на месте, приятель. Будь очень осторожен, машина быстрая. Может быть, это самая быстрая машина на свете, кто знает. Конечно, Боб, без проблем. За полчаса я все сделаю. Так. Здесь можно садиться только с одной стороны. Нам дали еще буквально 8 минут, ну или около того. И я вам скажу, что это действительно очень шустрая машина.
Я думаю, разницу вы уже видите. Собственно, управление на этой машине примерно такое же, как и скорость. То есть бешеное. Поэтому лучше для себя же не разгоняться более 80 км. Иначе можно немножко куда-нибудь въехать. Чего нам точно не нужно. Также следует действительно опасаться копов, потому что вообще никоим образом мы не должны попасться ментам, потому что это, ну, нам как минимум невыгодно. Если куда-то, например, намереваетесь заехать, то есть на какой-то бордюр, лучше немножко сбавить скорость или просто отпустить вперед, потому что иначе вы вылетите куда-либо. Поверьте мне, это уже проверено. Не, можно на самом деле ездить побыстрее, я не спорю, но дело такое, сугубо, так сказать, личное. Здоровье тачки у нас указано внизу. Сбивание вот таких вот маленьких предметов, в принципе, не калечит тачку. Поэтому особо мы в этом случае ничего не теряем. Но вот если вы собьете какой-то больший предмет или сделаете что-то типа вот такого, то у вас довольно сильно покусывается здоровье тачки. Чего допускать строго запрещено, но окей, в принципе, это еще терпимо. То есть, когда шкала заполнится полностью, вот тогда нам будет немножко, так сказать, жопа. Кстати говоря, вот этот мост, вот этот гребаный сраный мост, иногда бывает разведен. Потому что под ним иногда провозят, проезжают, соответственно, проезжают, говорю, проплывают корабли, баржи и тому подобное. Поэтому на нем надо быть как минимум аккуратным. Такой неприятный немножко минус этого моста. Ну, пока я вроде успеваю, плюс-минус, пока он там повозится, пока я должен доехать, пока не встретить ментов, надеюсь. Потому что если я встречу ментов, будет немножко, как минимум, обидно. Мы видим, что вот здесь чувак хочет прыгать на мосту. Но нас это не должно волновать, у нас немножко другая задача. Мы с вами поворачиваем вот сюда. Аккуратно едем. И заезжаем. Привет. Ты ведь от Сальери, так? Я Лука Бертоне. Привет. Меня зовут Том. Говорят, ты можешь вытащить из этого зверя главную фишку. Не без этого. Ну тогда лучше шевелись. У нас всего 27 минут осталось. Не густо. Посмотрим, что можно сделать. Можешь пока расслабиться. Ну, как продвигается дело? Только что закончил. Поезжай. Но тебе придется торопиться. Она будет не так резва, как на пути сюда. Спасибо. Мистеру Сальери понравится твоя работа. Ясное дело. Передавай ему привет от меня. Если что-то еще понадобится, я всегда к его услугам. Я поставил на того же гонщика, что и он. Круто. Так.
не столь быстро говорит. А по-моему, все так же. Ты ходишь как полный псих. Возможно. Итак, что же мы видим? Видим мы все то же самое, что он все еще пытается спрыгнуть. Я вот, кстати, никогда не пробовал выходить и смотреть, в чем там прикол. То есть, ну, скажем так, можно ли его спасти и переубедить в том, чтобы он прыгал, или, не знаю, там, пристрелить его тупо. Никогда не задавался этим вопросом, потому что всегда старался успеть до момента закрытия, скажем так. До момента смены экрана. И поэтому я никогда не смотрел, что там с ним можно сделать. Наверное, есть смысл заглянуть, потому что, возможно, там есть какая-то интересная штука. Вот. Естественно, нам никто сейчас здесь проехать не даст. А это значит, что нам надо сворачивать как-то по-другому. Копов вроде бы нету. Обратно мы едем даже более аккуратно, чем в первый раз. Ну, и осталось совсем чуть-чуть времени. Я надеюсь, что где-нибудь сбоку от меня не высветится коп. Впрочем, на этой зеленой дорожке уже не особо большая разница, хотя и здесь ухайдокаться куда-нибудь можно при желании. Ну, вроде как успеваю. Не, я все еще люблю эту миссию, вот именно вот эту часть. Я ненавижу немножко другую. И уже буквально скоро вы узнаете, почему и какую именно. Ты справился, дружище. На машине ни царапинки. Спасибо, Бобби. Это действительно была самая быстрая машина в мире. Наше счастье, что все хорошо кончилось. Я тоже поставил на машину Дона. Похоже, что все поставили. Я и все мои соседи поставили на нее. Думаю, водитель тоже кое-что значит. Конечно. Ладно, не буду тебя задерживать. Спокойной ночи. Счастливо, Бобби. Спасибо за помощь. Ну что ж, теперь мы можем спокойно, не париться, садиться в машину. И, собственно, уезжать. Карты здесь нету. Нам надо вернуться. Но перед тем, как вернуться к Сальери, я на всякий случай кое-куда заеду. По крайней мере, постараюсь заехать. Вам, наверное, покажу уже момент, либо как я подъезжаю к Сальери, либо будет что-то интересное, либо я просто... Ну, даже не знаю. Покажу, короче, что покажу. А встретимся с вами чуть позже. Так, все же я хочу узнать, что будет. Подъедем мы сюда-таки к нему.
Что, ты даже не планируешь прыгать? Что, вообще не планируешь прыгать? А ну прыгай! Прыгай, гад! Ну, короче, можно считать, что он прыгнул. Ладно, не будем сильно заморачиваться. Итак, что же будет, если вернуться к нему обратно? Прости, у меня еще много дел, вернусь попозже. Прости, у меня еще много дел, вернусь попозже. А, то есть... Мы сами говорим, да, Томми сам говорит о том, что у него много дел, он вернется позже. Ну ладно, окей. Вернемся, как говорится, позже. Ладно, увидимся у бара Сальери. А я пока поеду, насколько, конечно, смогу. Что видите, у нас здесь небольшая пробка собралась из кучи трамваев. Да, в этой игре бывает и такое. Поэтому ничему не стоит удивляться. Тем временем я, собственно, фактически доехал уже до бара Сальери на этой раздолбанной тачке. Ну что могу сказать? Надеюсь, что миссия пройдена. Ой, как я на это надеюсь. Собственно, нету ничего интересного, и чувака задавить не получилось, и ничего, короче, на мосту тоже не произошло, и наш друг тоже ничего не хочет нам сказать по поводу авто. Поэтому будем иметь дело с тем, что имеем.